Генерал-майор милиции Валерий Павлович Асташонок службе в вооруженных войсках посвятил всю свою жизнь. За 35-летнюю милицейскую карьеру Валерий Павлович заслужил уважение и доверие подчиненных, собрал выдающуюся команду блестящих сотрудников. Показателем мужества, героизма и преданности родине этого выдающегося человека являются ордена и медали, которыми он был награжден при жизни. А во вторник, 26 ноября текущего года, была открыта мемориальная доска в холле здания УВД. Личность Асташонка Валерия Павловича, она действительно знаковая для милиции Брестщины. Все-таки 14,5 лет возглавлять УВД Брестского облсполкома, и довольно-таки сложное в плане оперативных позиций, в плане оперативной обстановки в те годы, вот именно 70-е годы, начало 80-х. Поэтому и под его руководством выросла целая плеяда руководителей, которые в последующем возглавляли различные органы и подразделения. И вот именно его опыт, житейская мудрость, которая приобретена была еще в годы Великой Отечественной войны, конечно, она пригодилась именно в становлении в целом руководящего состава милиции Брестщины. Отдать дань уважения человеку, который посвятил всю свою жизнь службе Родине, пришли не только люди в погонах. На церемонии присутствовала и дочь генерала-майора Лилия Валерьевна со своей семьей. Она высказала слова признательности руководству УВД, сотрудникам, ветеранам органов внутренних дел за то, что увековечили память ее отца. Ведь человек жив, пока жива память о нем. Для меня очень волнительный сегодня день, потому что это родной, самый близкий человек. И я просто благодарна прежде всего людям, которые много сделали для увековечивания отца, памяти его, выявили и проявили глубочайшее уважение к нему как к человеку, как работнику, с которым они, сотрудники Брестской милиции, прошли долгий путь. Авторами барельефа стали брестские скульпторы, супруги Павел Герсименко и Олеся Гурченкова. Милицейская тематика для них близка. Это третья работа авторов, посвященная сотрудникам органов внутренних дел. По признанию скульпторов, самым сложным было передать при помощи художественных средств всю силу и мощь характера этого легендарного милиционера. Портрет самый сложный, образ самый сложный. Ну а такой общий образ, он рождается, ну, как бы не из интеллекта, да, это просто чувство, ну, это так чувствуется. Тот, кто не может гордиться своим прошлым и извлекать из него уроки, не имеет настоящего и не может иметь будущего. На лучших примерах милиционеров Брестщины учится молодое поколение, а потому открытие мемориальной доски генерал-майору Валерию Асташонку – это не только дань памяти человеку с большой буквы, но и хороший стимул для тех, кто сегодня носит погоны. Развиваться и самосовершенствоваться, стараясь соответствовать и быть достойными продолжателями дела Валерия Павловича.